основе новой 6. Вьетнам и ЛОС были полигоном для испытаний. Кибернетическая сеть по всем Соединенным Штатам только и ждет сигнала выпустить новую 6. США вторглись на Ленинграда. Коммунисты ждали и готовят удар. Но я что могу сделать? Ты знаешь о спящих агентах. Я пытаюсь помочь. Драгович использует особые коды для связи со спящими агентами. Все эти цифры передаются из... It ain't working.